Приятный, салам алейкулный. Red Dead Redemption в студии. Блять. Неудобства какие-то тут у меня. Кресельные. Что тут с вот этим? Чего он такой зарыганный у меня, не могу понять. Блять, а что это такое? Рыгалет какой-то. Сука, еще и этот хуй пиздит, блять. Они пиздиты. Еще этот хуй пиздит, блять. Сам на себя, блядь, сказал, этот хуй пиздит. Вот такая должна быть любовь каждого к себе. Погнали. А что у меня там в планах вообще на сегодня, завтрашний день? В планах у меня получается, как обычно, все по-старому, по стандарту. Денюжки. Денюшки, бурбон. Жахнем, жахнем. С горла выкинула. Разбилась бутылка? В натуре разбилась. Я думал, это чисто звук. А не, она исчезла тупо. Эх, ладно. Мадам Назарита. Мадам Назарита, это нам надо в гугле. Гугле. Мне кажется, короче, у меня какие-то вирусники. Дичайшие, причем еще. А, не выёжимся, показывай, где мадам Назар. Так, мадам Назар находится у нас. Ось. Че она мне постоянно показывает, где она находится? Потому что за коллекционера, типа. Роль коллекционера, из-за этого я постоянно знаю, где мадам Назарита. Интересная движуха. Полетели. Хотелось бы, конечно, кого-то мочкануть легендарного животного еще. Как обычно, кто знает, какого именно. Где я ищу животное. Легендарная лиса. Опа, сейчас попиздимся. Разминочная сейчас будет проходить у нас. А, коняку еще хочу купить. Надо ее сначала открыть, чтобы купить. Так, никто не трогайте, крокодилы. Всем привет. Крокодилам, салам алейкум. Где тут лагерек бичей? Приехали или это не он? Ну раз все-таки он. Дым откуда валит? Отсюда же дым валит. Сейчас разрулим. Спросим у прохожих. Откуда дым валит? Отсюда? Нихуя не отсюда. Но они на меня не агрятся. У них все хорошо. Вон дым. Рэй, ко мне. Нам на дым надо. Эти пацики еще мирные. Там он же плыть будет 3 года. Давай, не выебывайся. Забей хуй на крокодайлов. Почти на месте. Главное, чтобы никто туда не втулил свое рыло. Кроме меня. Как обычно, я захожу, дожди начинают херячить. Оп-оп-оп, мы уже почти на месте. А, тут крокодайлы. Рэй, вали. Ты меня все равно сейчас скинешь, падла.
Съесть, не надо есть. Ты чё? Освежу. Ебать, крокодил! Откуда ты, гнида, вылезла, патарач, скотина? С малых усъест. Ты падла, скотина. Гнида, зашкерился, короче, на фишке сидел у них. Крокодил один. Ждал, пока я всех его корешков перевалю, чтобы потом выскочить и меня схавать. Вот это ты продуманная скотина. Куру с тебя сейчас сниму. Блять, еще причем только одну я могу снять же шкуру. Плохая шкура. Я хоть кого-то так жахнул, хотя бы на две звездочки. Какого с дробовика на две звездочки жахнуть, это надо уметь. Ладно. Давай ее. Слушай, ну падла скотина, конечно, конкретно этот крокодайл был. Типа сижу. Хотя бы так. Выброси его нахрен. Оскверним их не тушки. Чтобы больше так не делали. Телегуб набросать, конечно, шкуру вообще было бы сказка. Прикол в том, что после любого животного можно выжить, кроме крокодайла. Крокодайл сразу наверняка разрывает тебе сраку просто. На британский флаг. Поехали к мадам Заружу. Не понял, где подпышек все? Подпышки, вы где? Под звук тут выключил, наверное. Да, выключил. Что ж такое, Васек? Лучше не выключить. Коллекционным предметом по дороге нет? Нет. Почему постоянно идет дождь, как я захожу в игру? Это несправедливо по отношению ко мне. А еще больше меня огорчает то, что дождь идет там без снег. Да вообще просто, у меня аж пена со рта идет, когда это вижу. Не приезжаю порадоваться снегу, а мне, блядь, дождь херячит. Нахуя он у меня такая? Привет, что с тобой случилось? А что опять со мной не так, Рай? Вроде все нормально. Ну, все хорошо, в принципе. Что случилось? Крокодил меня разорвал, только что. А что, опять залипший какой-то? Вроде по внешнему виду не должен быть залипший. Ты спал? Ну, вообще спал сегодня, но очень мало. Не мог уснуть, что ночь крутился. В 5 утра где-то уснул и потом в 8.20 встал.
все энергетики. Энергетики и кофеек. Что, опять не выспавшийся какой-то? Да ладно. По твоему лицу видно, что ты не спал. Все ж ты прям видишь. Не знаю, может у меня такая рожа всегда заспанная. Уставшая от жизни. Ты еще не привыкла, Рай. Что всегда такой прилипший. Ну, а кто говорил, что у тебя с лицом? Что у тебя с лицом? А когда в сторис вылаживал какие-то... Или я... Не сторис, там записывал видосики. Говорили, о, нормально все-таки. Все-таки похож на человека. Снова подпишись. Спасибо за подписку. Канал называть спальные игры. Надо канал называть залипший автор. Вот в таком духе. Недовольная Рая Артура, вот так можно назвать канал. Или прилипший Артур, тоже неплохо. Какое больше всего понравилось название канала? Браток, кто подписался, вообще великая благодарность тебе. Ну, видишь, как конь радуется, у него же глаза вылазят от таких новостей. А ну притормози, покажи свои глаза. Видишь, довольный. Глаза лезут на лоб. Залипший Артур. Порядок. Переименуюсь, наверное. Ну а что поделать, блин? Если залипшие глаза, ну как? Ничего не помогает, и высыпаться не помогает, ничего. Что поделаешь, операцию я не хочу себе делать. Глаза. Как у Леонтьева, вот так шкуру себе натянул, чтобы глаза пацаны открытые были. На Вишее века? Да. Так надо в Корею ехать удалять. Да, может я по жизни просто уставший такой. Что это все старость? Да в 35 у меня, наверное, вообще вот такая охня будет, как у Шарпея, блядь. Будешь говорить, Рай, Артур, где твои глаза? А я такой, шо? Золотой костюм, не хочу я участвовать в этом событии. Подписалось бы на меня сегодня 500 человек, я не знаю, за 500 человек я, наверное, с окна выпрыгнул бы. С третьего этажа. У меня по низу, конечно, еще такой навесик есть. Я думаю, не разбился. Уважительная причина будет спрашивать. Просят, ты чё выпрыгнул? Скажу, на меня 500 человек подписалось. А я не пиздобол. Пацан сказал, пацан сделал. Пять золотых слитков. Третий уровень коллекционера, отлично, еще сколько? Еще примерно 8, наверное. Ты утром принимаешь холодный душ? Так какой холодный душ? Я еле успеваю голову помыть. Холодный душ. Чтобы принять холодный душ, это надо во сколько встать мне?
7.30, там, извините меня, я лучше пойду за липшим. Так, иди в сраку, кыцка. Не надо кошмарить. Мне неинтересно. Так, мадам Назарчик. Добрый день, everybody. Карту мне, пожалуйста, можно какую-то порядочную? Excuse me, мисс. Oh, кстати, когда я за пацака играл, мне так никто не говорил. Ты как ленивец. Так оно так и есть. Ну что ты уже такой ленивый начинаешь становиться, что даже работать впадлу становится. На улицу впадлу уходить. Старинный алкоголь пойдет. Гадальные карты Таро, американские цветы, универсальная тоже сюда, в топку, все. Птичьи яйца мне не надо. Спасибо за предложение, конечно. Я, пожалуй, откажусь. Understand. То просто ракурс, наверное, такой. На камерке. Я уже и поменял, все равно прилипший. Глянь, горить полаешусь. Пердак чей-то горит. Это у меня вот так вот горит срак, и когда я заезжаю в снега, там дождь идет. Так, где-то у нас тут от Рэй должна быть травка. Закладочка для нас. С тобой. Только мы с конем. Оп, вон она, закладочка. Я тебя спалил. Я уже 30-й раз подбираю один и тот же цветок. Нельзя мне какие-то других давать. Охуявен мне. Новый уровень, 38-й. Ну это горит, алло. Призрачный гонщик какой-то, или кто это? У лисы тупо башка горит. Вот это Redemption меня не перестает удивлять. Так, один сюда, другой туда. Поедем сюда, наверное, поближе. Сколько можно? Мне, наверное, надо быть каким-то стримером-миллионником, чтобы меня услышал Rockstar. Что-то, что я тут сижу, матюкаюсь, это возмущаюсь на 500 человек, как-то оно вообще роли не играет никакой. Ну, хоть вы будете знать мои возмущения, уже приятно, что кто-то слышит. Что там такое? Это суета происходит. Спасибо за лайкосы, кстати. Спасибо, спасибо. Только заметил. Вообще молодцы, умнички. За лайкосы вообще просто. Велика шана. Каких-то агрессивных животных они настроены так. Я только зашел в игру. Чего вы меня все агритесь? Ну, чтоб денег кто-то дал. Просто так. Уровень коллекционеров тоже не отказался. Глянь, горит тупо лес. А не, это кастрик. Лагерь чей-то. Я думал, лес полыхает. Рая зашла, как обычно, писала, какой я залипший и ушла. Сергей, здорово, здорово. Ушла смотреть не на залипших, походу, а. По... Ну, он залипший сегодня, я не буду смотреть. Как дела, Серега? Как дела у тебя? Ну, нормально все. Ну, как обычно, не выспался. Я думаю, даже это уже по умолчанию фразу можно и не говорить.
Энергетиков нажрался вчера на ночь, блять, с кофе. Не мог уснуть. Даже не хотелось. А спать надо было, потому что на работу как бы. Как ни крути. Ничего, работа хоть на чили, на расслабоне сегодня была. Как квест. Бляха, ты даже не представляешь. Я туда не попал. Потому что типа на работе полег был там прием товара. И они не успевали на эту квест. И в общем перенесли на другой день. Я, конечно, огорчился. Я уже тупо одежду достал, потому что стрим закончил, уже так собираюсь одеваться. Мне звонит Юля, говорит, а все же. Мы не успеваем, так что до свидания на следующий раз. Я такой думаю, ну иди, ё мать. Я думаю, ну что делать? Ну буду, наверное, стрим запускать дальше. Такой там поугарал. Поугарал, что не получилось на квест. Алло, геймпад, оживи. Что не получилось на квест пойти, поугарал, короче, и такой. И что такое? А, я такой, ну сейчас буду запускать стрим, в общем. Я такой, только хочу что-то там клац-клац, и, блядь, свет пропадает. Я думаю, пиздец, блядь. Зачем ты энергетиком напился? Ну, чтоб не уснуть. Не уснуть в прямом эфире. Просто хотелось попить. Я люблю Red Bull-чик. Вообще тебе взял, как ты мой пила, я буду его пить. А? Ну я сделаю два отцовских глотка. Не знаю. А зачем ты энергетика напился, на тебя прочитал, как квест, как день прошел? День прошел, ну, день, как день, и не больше, как в песне вот это. Только дольше, это день без тебя, рая. Никто мне не писал, что я залипший. Я скучал. Слушай, где вот эта, блин, катинская трава или что я вообще ищу? Я даже не в курсе. Универсальная карта. По идее, должна быть карта Таро, алкашка и трава. В итоге я что-то не наблюдаю ничего. Ни траву, ни алкашку, ничего не вижу. День как в песне, очень быстро и такой, в принципе, беспонтовый, я бы сказал бы. Назвал бы его так. Заказов было мало. А что сюжетку не прохожу? Я уже проходил. Два, три, только не разбей себе свою конскую пыку. Господи, ну ты животное. Это за то, что ты меня не слушаешь, я специально так сделал. Это за городочек, да? Как вы думаете, вот так на первый взгляд, сколько там людей живет примерно? Я думаю, человек 50 максимум. Ну, это, конечно, есть такая большая цыганская семья. Может и меньше, а может и больше. Как вы считаете? Ну сюжетку я тоже с удовольствием прошел, но это надо время. Ну, более божье. Мне кажется, даже меньше. Около 20, думаешь? Вот трава. Это я тоже подбирал уже эту траву. Опять ты валишь. Хватит валить. Ну, около 7 домиков, если даже в них 5-6 человек, то это 30-40. Ну, я чуть промазал. Самую малость. Мне что-то так кажется, что вот эту шкуру я вот потеряю, то что шкура крокодила у меня лежит. Пока вот это я все пособираю, она где-то протеряется. Что-то случится у меня там, ну, как всегда.
Как вы думаете, за этот год набьем еще 500-очку подписчиков или не будет такого? Ну, Андрей сказал, надо надеяться на большее, так что 5000. Ну и ходят такие слухи, что после 1000 как бы идут уже полегче. Быстрее набираться. Ну, я таким слухам как-то не очень сильно доверяю. Что мне так кажется? Пропер тогда легко набьешь. Ну так-то да. Некоторые шмо... Ну, в принципе. Короче, надо рекламу заказать. У двух стримеров, наверное, закажу рекламу. И все. Прорекламируюсь. У меня и качество стрима даже лучше, чем у них. Окей. По 200 тысяч, типа, и 1080. Некоторых даже и микрофон не настроен. Вообще. Что-то дикое. Когда микрофон не настроен. Хочется плакать, когда орут в уши. С одной стороны правда, потому что после 1К тебе будет дать в рейки больше. Спрос на тебя будет. А... Угу. Да, ну хорошо тогда. Будем стараться. Пиздец, да, старания по 500 подписчиков за год набирать. Некоторые там за месяц набирают 500 тысяч. Тупо в год по 500. И то это не факт, что я 500 набил. Блин, не знаю. Я бы себя посмотрел бы, если честно. Я так же, как и каждый сказал бы про себя. Не надо от Рэя останавливаться, пожалуйста. Спасибо. Есть такие стримеры, что просто как молчаливый боб сидят и что-то втыщат. Молчат, что-то там себе размышляют. Да идите в сраку, не надо, Дре, не надо! Петух. За тебя кытьку убил. Насмерть. Ну ты в натуре конь. Капитальный причем еще. Ты мне уже сегодня в какой? Второй раз подставляешь. Патороч. Третий раз я уже буду тебе по конскому рылу бить, я тебя обозарю. Так что учти. Конское рыло будет битое. Нормальный тип вообще сидит с конем, разговаривает, который в игре. Ну-ка я так могу побазарить. Вот тут у нас ништячки, ухтышечки присутствуют. Нету. А, так мы что-то забрали, одну картечку ж. Компа, да? На компике. Просто на геймпаде играю. А вот тут ухтышечки имеются. А что на геймпаде? Интереснее? На геймпаде просто автонаводка. Быстрее хиты даешь.
и хедшоты быстрее, и как бы удобнее. Ну и мне привычнее Red Dead Redemption на геймпаде играть, потому что на PlayStation в него играл. В онлайне как раз на геймпаде. Сразу по головонькам. Бах-бах-бах-бах, ну смотри. Опа, видишь, сразу же. И до свидания. Так, тут мы забрали. Да и против игроков это очень сильно помогает на геймпаде. Сразу бах в голову, бах в голову. Все, спасибо за лайкосы. Спасибо, спасибо. Ну да лень. Чикс. Чикс. И все. И мертвый на нем держится. Иногда, конечно, подставу делает. Опа. Все, лиса на прицеле. Так неинтересно, чтобы самому наводиться, попробую без автоприцела. Где-то опять пройди, там вообще пиздец ограбление. По часу проходишь. Не, ну в GTA Online я играю без геймпада, ты шо? GTA Online с геймпадом это уже такое себе. По часу какое там ограбление, по часу. Не припоминаю. Свинки, кабанчики бегают по полю весело. Усёлочки. Девятая карточка. Ну мне надо, блин, много их, а не 9. Еще 5 штук, где мне их искать? Сумка, карты Таро, американские цветы, гадальные карты Таро. Так, сейчас я приду, секундочку. Далеко. О, да ты шо, сказка вообще. Все рядышком. Опа. Сейчас кого-то хлопнем. А не, показалось. Алены уже от хронического недосыпа. Скоро, наверное, надо будет модруку кому-то выдавать. Кстати, не помню, вот кто-то заходил недавно, тип какой-то говорит, дай модруку, пожалуйста, я буду постоянно заходить на твои видео. И в итоге где? Нету. Какая модерка вообще? Привет, пострижися. Ой, привет, братанчик. Здорово, Тёмыч.
Кстати, насчет подстричься надо будет сходить. Кто-то когда-то был в барбершопе? О, Тёмыч сразу разрулил. Модер зашел. Модер в студии. Как дела? Да потихонечку. Жив еще. Слава богу. Спасибо за лайк, Тёмыч. Опять та же самая карта. Не, today. Как твои дела, Тёмыч? Пожалуйста. Нормально. Ты там в борзу все оняешь. О, кстати, у меня идея. Следующая игра. Можно будет поиграть в этот Horizon Zero Dawn тут. Я его проходил один раз на PlayStation, я с удовольствием бы перепрошел бы. Можем тебе рекламу заказать? Что это моя реклама, блин, она вообще на очень маленькую аудиторию. Мне бы саму у кого-то заказать. А Трену сюда. Сейчас будет как в ковбойских фильмах прыгать, я... Седло. Опа! Не, пока это... Дело задание, я буду играть в Forza 5. Понятно, понятно. Сколько придет от тебя, не знаешь? Я думаю, максимум это человек 5. Максимум. Ну ты же видишь, сколько на стриме. Он это 4 человека. Кто может прийти? Я еще такой. No name. Рано еще рекламу у меня заказывать. За 2 гривны куплю. За 2 гривны я даже не знаю. Я даже пописать не схожу за 2 гривны. Ладно, шучу. Нет смысла просто делать с рекламу. 5 человек, они вообще не холодно, не жарко. Пустите, блядь. Так, в конюшне вряд ли. Хорошо, где? Вот здесь вот. Да? Или не? По всем моим подсчетам она здесь. Да, в подвальчике, походу. Давай прыгай, какашка. Модер всегда тут. Ты вообще молодец, ты всегда. Всегда здесь. Блин, окна пооткрывало, у меня ноги отмерзают. Не мог со мной. Так разденься. Мне жестик что-то тут подпердывает. Жарко. Кому жарко, кому ноги отмирают. Сколько, блять, проебал, сколько я собрал, ну, ладно. А сколько стоит сходить? Пописать? Не знаю, гривен 50. Да я угораю. Не, бесплатно это делаю. Есть в чате, кто любит такие бананы коричневые? Не коричневые, вот такие, когда они темные. Я терпеть не могу, я только зеленые люблю.
Это квашня такая, мне вообще как-то не в кайф. Какая всего сцены. Да я орирую, орирую. Минус. Все, походу, такие, как и я. Бека, привет, привет. Ну что дальше? Куда отправляемся? По следующую карту открываем. Чуть, блин. Долго думать. Тут американские цветы, старинный алкоголь. Хотел сказать, странный. Странный алкоголь. Ну, после алкоголя сам странным становится. Хоть бы не здесь. Сука, одна там как раз. Падла. Кстати, нормальная тема. Вместо разговорного стрима вот так запускать Red Dead Redemption. Ездить, собирать вот эти клады. И с вами общаться. Вообще нормальная тема. У тебя нет Discord сервера? Нет. Это вообще как? Discord сервер. Типа Discord сервер моего канала? Вот, смотри, как раз. Да попади хоть в одного голубя, блядь. Сука. Пошел, бачок. Ну, типа, да. Не, а надо? У меня в Телеграме. Есть там группка на 10 человек. Ну, конечно, все рад видеть. Можете подписываться. Ну, что-то там такое, затишье. Затишье в последнее время. Вот там всякие фоточки уматовые, поскидывать гифки там, куда такого рода. Разу 5 купил, то не, а на нее скидки нету. Кстати, а что там, скидки обновились в стиме? Кто-то в курсе или нет? Метро Exodus за 240 продается. Не видел, у меня он есть, я его тоже проходил уже. Скоро уже пойдем по второму кругу все проходить. PS Store. Кстати, я на PS-ке проходил первый раз Exodus'а. У меня в тот момент как раз поломался геймпад, что меня постоянно вело в правую или в левую сторону. Короче, не бегал ни хера, я уже психовал его там. Херясь, вот тут бедный геймпад. Но все равно с горем пополам как-то прошел. И на компе прошел. На компе мне больше понравилось, конечно. Больше удовольствия получил. Гильд 5 за 300 гривен. Not bad, not bad. Я играл в Гильд последний, это был либо четвертый, либо второй. Не помню, какой именно. Наверное, четвертый. Помню, это старая часть. Четвертая, скорее всего. Ну, посмотрите, скидки у меня нет. Недоступно в стиме Forza 5. Надо будет заскочить мне на днях, посмотреть что-то. А, я думаю, это после стрима посмотрю. И вообще, у меня в планах было сколько время? В планах было сначала поиграть в Red Dead Redemption немножечко. А потом, не знаю, там GTA Online либо запустить, либо Insurgency, или что-то вот такого, вот такого плана. Думаю, 2,5 часика можно Red Dead Redemption похасанить. Ну и тоже, не хочу быть пиздоболом. Не знаю, может, все на Red Dead Redemption сегодня и закончится. Не люблю пиздобола и сам не люблю пиздеть. Поэтому посмотрим по обстановочке.
Ну, GTA Online я бы заскочил бы, конечно. Посмотрел, что там к чему. Туда-сюда. Покатался на тачечках своих. Там всяких пешеходом ножом бы потыкал. Я говорю, да, я сейчас хотел поиграть в онлайн, но не могу. Опа, а что это тут? Кого-то хлопнули. Золотаем. Ты говорил, что закажешь рекламу, а сколько у них подписчиков? Мне просто другу надо. У них по почти по 3, по 3 сотки тысяч. Сейчас, чтобы не спиздеть, давай посмотрю, точно скажу. Так, первый товарищ у нас 258 тысяч. Второй товарищ. Двести восемьдесят пять тысяч. Ну, не такие кореша, возможно, у них даже одна и та же аудитория. Ну, так как и я, подписан, в принципе, на два канала. Я думаю, даже смысла нет заказывать их двоих. У одного кого-то из них. Второго актива побольше. Сколько стоит, не знаешь. И это типа на время или навсегда. Ну, я думаю, это единоразовая акция. Ну, я думаю, денег там... Ну, я рассчитываю где-то на 1000 максимум. Я не узнавал. Я спрашивал, донатил, спрашивал, как прорекламироваться. Мне говорят, все к нашим менеджерам, все к менеджерам. Давай придоли где-то у менеджера искать. Там тоже ссылочки всякие есть, там на дискорды, на херорды, вот эту всю суету. Не надо, Трей, не надо! Спасибо, ты настоящий конь. Ай, за жопу сейчас укусит. Красноглазый какой, а? Сунь, хочешь базарить со мной? Где эти цветочки? Лаурс. Иди отсюда. Капец, если меня так разбудили бы с дробовика, я бы уже ничего не захотел бы. Лаурс, вы где? Я бы был готов. Привет, привет. Сколько ты прихода ожидаешь? Ну, блин, не знаю, если там 250 тысяч. То думаю, ну хотя бы 1000. Поздравь меня. Что случилось? У тебя день рождения? Ё, ты забил на GTA. В плане на этот... GTA ключ купил. Поздравляю. Поздравляю. Все работает, все огонь. Скидочка прошла. Звуки какие-то странные. Наверное, там сейчас крокодайл за мной гонится. Я тебе говорю, за 1000 дать 1к аккаунт и подписаться на тебя. Не, блин, это какая фантазия должна быть, чтобы 1к аккаунтов придумать. Это сколько почты. Я просто прикол в том, что YouTube, вот эти все аккаунты, которые не активны, либо вот эти боты, он их банит сам самостоятельно. Потому что мне там не хватало до 500, я помню сколько, ну человек 5 не хватало. Он думал, о, отлично, сейчас там проведу еще пару стрим.
Пошел в очко. Пару стримов проведу, и будет у меня как раз 500. Ага, захожу, херак, YouTube забанил. 5 человек. Я такой, еби, ё мать. Играть будешь сейчас в GTA Online? Сейчас нет, чуть попозже. Забей ты хер на тех крокодилов, они тебя не укусят, не переживай. Да бляха, кошмарят коняку мою. Видишь, Тёма, все-таки можно GTA-шечку купить. И Red Dead Redemption, наверное, тоже. Там же тоже, получается, скидончики. О, вот и как раз цветочек, то, что мне нужен. Подберишь ты его уже. Как ты купил ключ с теми RDR? Не-не-не-не-не-не-не! А, я ж тебе обещал отрыть. Иди сюда. Сейчас тебе въебало, да, твое коняцкое. Конское ебулище. Давай-давай, иди сюда. Я тебе обещал? Обещал. На, въебал. Иди еще раз сюда, я не закончил с тобой. Иди сюда, сказал, падла. Ты шо, обещал же? Обещал. Ты чё, блядь, меня скидываешь? Гнида, блядь. Боится? Сюда иди, блядь. Чего коня Трей назвал? Да не знаю, в голову пришло. Вот God of War как раз походил тогда. Думаю, чё б не назвать. Ты будешь сейчас въезжать, еще получишь. Въезжать. Ухи слово, блин. Так, нам надо быстрое перемещение в Амбарину, правильно? Армадила. Мы вот здесь, и вот сюда вот. Класс. А баба Фрея у меня. Я тут уже сидел, думал, хотел побыстрее создать. О, пусть будет Фрея. Все равно это имя даже вообще нигде не появляется и не фигурирует. Чисто для себя это название. О, еще 4 картечки. Курочки бегают, или это петушок за курочками бегает? Полетели. Спасибо за лайкосы, кстати, кто накидал. Армадила. Погнали. У меня есть аккаунты, не... недавно вроде не забанили их. Ну, их забанивают походу просто от стримеров, на которых ты подписался. День я там открытом плавал. Не, ну Илья, он заходил, спрашивал у меня, покупать, не покупать. Я говорю, ну если ты уверен, то покупай. Он, видишь, купил, и все, все работает, говорит. Как бы, я думаю, пиздеть смысла нет человеку.
Что купил сегодня? Или надо будет превьюшечку еще делать для GTA-шечки. Я думаю, спиздим какую-то. Одни и те же цветы, одни и те же. Тут он карты, короче, беспонтовые. Все, чтоб он сам сделает их. Нихера нету. Походу нихера тут нету. Ты, ну, думал, да, что у тебя много еще осталось? Нет. Не знаю. Попробую сначала сделать, а потом увидишь. Достаточно или недостаточно. Достаточно или недостаточно? Ну, здорово, отец. Прочитано. Карта сокровищ у меня еще есть. А что это? Что-то я еще не посмотрел. Не далековато ли вы меня отправляете? Сейчас кругу. Его браточку. Еще минус 10 баксов, да? Судя по всему, да. Мне интересно, в онлайне работает вот эта фишка, если ты слишком много жрешь, что у тебя персонаж полнеет? Или это только в сюжеточке так работает? Нуры какие-то дикие визжат. Рыбалка на озере. Не, не хочу. Валентайн вроде бы ж. Вроде бы где-то там, рядышком с Валентином. Да. В смысле? Изготовить. А где ты изготавливать, что будешь тут? Дорогуша, ты чё? Вообще что-то приболело. Капец кайфово, чё всегда так рабочий день не заканчивается в 3 часа? И в 3 часа я уже даже дома был. Я погнал покупать, скоро буду. Спасибо за сайт. Давай, Тёмыч. Покупай. Теперь еще будешь ждать 2 дня, пока она скачается. Ну то уже фигня. Главное, что купил. А то, что уже качаться, насколько будет. И же вселенная просто услышала твои желания. И вот нашла таких вот подписчиков. Может быть, с тобой поиграть в КС когда-то? Это, конечно, можно. Я в КС, кстати, давно не играл. Прикиньте, в КС-ку поиграть на геймпаде. Это люди-извращенцы называются. Я видел тип, играл в КС-ку на руле тупо. На руле. Вообще сильно было. Бляха, ну что такое? Что опять не получилось? Дурной конь. Где шкура?
Пиздец. Вот она лежит. Бородач довольный такой. Выстрелить в глаз себе раз. У вас есть промоход. Давай быстрее, блядь. У меня нету точно никаких промокодов. Напиши промокод Бомба Граната Геймс. Будет я скидка. Так там же вроде бы этот Илья говорил, что и так там скидка. Red Dead Redemption. Это пиздец, блядь. Трей, ты меня начинаешь уже сильно огорчать, если честно. Лицо будет битое. Вообще битое табло. Я думаю, не хочется. Это, кстати, единственный конь, которому я бью по конской роже, и он мне не отвечает. Да. Промокод у тебя еще имеется. Нифига себе. Вообще заряженный тип. Тёмочка, как будто сегодня день рождения. Сейчас и RDR скачает. Промокод получит. Я просто аккаунтам не доверяю, который продает. Это правильно. Это правильно, не доверять. Ну, они ж налошат и все. Помада для волос. Мне аж интересно посмотреть, что поменяется. А ну-ка давай посмотрим. Помада для волос. Аж нихера, да? Слушай, тут еще какой-то предмет. Карта. Вообще огонь. Вот это я заскочил хорошенько. Накрутить не хочешь подписчиков себя? Делал уже так тоже. Где-то примерно за сколько? За месяц накрутки подписалось около 50, наверное. И донаты скидывали там, ну, короче, нормальная тема была. Ну, YouTube сейчас этим серьезно занялся, короче, сейчас вплоть до того, что даже аккаунт удалить могут. Способ расскажешь. А, есть, короче, чувак один на YouTube. Стримплей вроде бы называется его канал, туда можно зайти в чат ему написать за накрутку. А, давай попробуем от них оторваться, от волков. Волки позорные! Не догоните. Лучше GTA 5. Да он хочет Red Dead Redemption, у него есть GTA 5. Стримплей. Сейчас скажу. Ну там он такой на превьюшке со своей рожей обычно.
Да, это он. У него каждый день тоже стримы, зайдешь, напишешь, я думаю, тебе поможет. В Телеграме там свяжешься. Я не помню, как я ему бабки скидывал. Через какие-то там киви или что-то, через вот такую дрочбалу. Накрутка, она нормально так помогает, хорошо. И можешь еще попросить его теги под видео. Он тебе тоже сделает. Опять волки позорные. Покупает ключ, наверное. Я вообще не шарю, если честно. С Илюшей разговариваю. Я в этом вопросе некомпетентен. Я вообще очкую так что-то покупать. Спасибо за лайки. Спасибо, спасибо. От души. Я в такой бы, чтобы по воскресенье постоянно стримил. Людей нормально зависают. Все уже отдыхают, просто завтра там куда-то на работу или куда-то на какую-то движуху. Ты что, не умер, блин? Я думал, ты умрешь. Сколько звезд? Ну, блин, я даже не знаю, если это сайт какой-то проверенный. Не вижу вообще в этом проблем. Если нет, то нахрен надо. Как вот это видео видел? Снежки играете? Нет, почему? Нахуй надо. О, кисми, здорово, наоборот, с пятницы по воскресенье активы, понедельник всегда активы на дне. Дно со вторника и дальше поднимается, и так из недели в неделю. Я тоже так считаю, пятница и воскресенье это вообще самые лучшие дни. Как дела, кстати, кончик? Всех, кстати, с прошедшим праздником. Кого не поздравил или кто на стриме у меня не был. Всех с прошедшим Рождеством Христовым. Так, ухтышечки имеются тут. Я знаю, если тут они не имеются, то вот тут где-то есть ЖДшечка. Там точно должен быть какой-то ништячок для меня. ЖДшечка есть, а будки нету. Должна быть. А нет. А должна быть. А ее нет. Белочка прыгала. Интересно, на машинах есть сколько километров пройдешь, и машине там пизда двигателю становится. А сколько у коня ресурс, какой у нее, интересно, у коняки? Сколько коняка может проскакать, и потом просто все схиснет. Ноги поломаются, там, я не знаю, суставы погнутся, колени взорвутся, что в этом роде. Надо будет там менять копыта. Кто-то, блядь, придумал хуйню, да? Мне кажется, ты уже не знаешь, что стримить. Опрос по играм видел на канале. Да ну чё, не знаю. Ну, блядь. То, что не прошел, вот то и стримлю. Наверное, Илья уже там в GTA Online зависает. Не знаю, может еще ответить.
Да я жду, я просто жду каких-то новиночек. Вышел за Калиста протокол, блядь, смотри, во сколько вот внутри человека от силы. Не знаю, я думал, порядочная игра будет, в итоге что-то такое. Насрали в уши, как говорится. Задумка это классная, ну, типа Dead Space, что-то в этом роде. Ну, блин, а по сути-то... Знаешь, как вот это говорится, не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. Вот это так же самое. Проиграл. Лучший ключ. Не знаю, Тёмыч, если хочешь, можешь рискнуть. Но я знаю вот это ощущение, когда вот оно уже вот есть. Ты хочешь его купить. У тебя деньги есть на него. Но ты не уверен. И начинается вот это менжевание, такая неуверенность. И оно ты переворачивает тебя, крутит, вымучивает. Знакомое ощущение. Я думаю, у всех такое ощущение знакомо. Стоять, что-то вот тут вот меня чуть-чуть подрыгнуло. Да, что-то подрыгивает тут. Что-то есть. Эй, дочь, сколько можно? Рискуй, не попробуешь, не узнаешь. Вот это тоже, кстати, хорошая очень фраза. Но не во всем. В пределах разумного надо рисковать. Мне кажется, вот здесь вот. Да-да-да, где-то тут. Я тебя ощущаю, карточка, где ты? Звук слышу, но не вижу. Есть. Бать, я думал телевизор. Отражение мое где? Где мое отражение? Будем лутать по шкафчикам, капец, руки затекают. Послушай, вот после никакого. Так, сейчас. Ты сейчас онлайн играешь, да? Да, да. И еще раз, да. Сундук нельзя открыть, вы что, варьируете? Или угораете? Сука, где эта карточка? Трусит что-то, демидролит у меня геймпад, но что-то я не нахожу. Наверное, на первом этаже. Где-то вот здесь, на остановочке, какой-то цыганочка какая-то потеряла, да? Да, вот она лежит, родненькая моя. Иди сюда. Папочки. А где игроки? Не знаю, где-то лазят. Занимаются своими делами. Что, меня заставляете вплавить? Я не пойду вплавь. Нашли тут лоха. Заткнись, усач. Кто-то отберет, то не будет у меня РДР. Надо просто, если покупать, то сразу менять там все. Но может же быть такой прикол, что как у меня на Epic Game было, то что я мог только через 3 месяца поменять логин и пароль. Или полгода. Полгода или 3 месяца. Ну сейчас поменял уже все это мы на 100%. Хотя я тому подписчику доверял. В принципе,
Он мне его подарил, конечно. Если бы забрал бы, я бы не огорчился примерно. Все прекрасно понимаю. Такой нет, он подарил. Красавчик. Красавчик был пацан. Лучше ждать ключ. Ты понимаешь состояние сейчас Артема? Ждать ключ. Ты бы дождался в ключ. Я думаю, я бы не дождался ни хрена, если честно. Я попробовал, наебали бы так наебали. Но я никого не настраиваю. Это я бы так лично сделал бы. Каждая своя голова. Думайте, товарищи, сами. Упала как бичока пьяная. После корпоратива. После Нового года видели каких-то барышень пьяных? Бичок корпоративных. Подвинься. Что ты сказал? Ты пес. Давай пиздиться, хорошо. Ах ты, сука, кентов взял. Ты валет. Сейчас тебе пизды дам. Я иду за вами. В моей ярости нет предела. Сейчас как росомаха буду орать. Где этот санный городок? Я сейчас там всех перестреляю. Капец, еще и шапку мне сбили. Да прикинь, отрываешь. Вот это скоты вонючки. Не, шапку, ушанку не надо. Вот это вот. Слушай, взял меня на понт, во-первых. Начал с бабой драться. Потом еще его кенты вальты выбежали и еще меня расстреляли. Где этот утырок? Кто ты тут дохера стрелок? Кто еще? Минус. Нет, тебе поебальничку мы дадим. В баре кто-то попиздиться хочет. Тут желающих не имеется. Денсрин просто на свои танчики играет. Я не понимаю танчиков. Некоторые любят танчики, капец, как сильно. Они как-то надоедают. А ты вот так тупо по всем стримам бегаешь? Либо у тебя какие-то есть определенные... Определенные типы, которые нравятся? Капец, было 7 человек. Где? Где все делись? Damn,
Определенно, я их отбираю. И кто из любимцев? Интересно просто. Чикс. Вообще, у Рая можно спрашивать, кто из любимых вообще стримеров есть? Там ты что, добрала кого-то? Кому-то заходишь, там любишь смотреть какие-то каналы, названия. Короче, можно узнавать у Рая, если хочешь какого-то стримера найти, так сразу спрашиваешь: Рая, кого посоветуешь? Да, ну вопрос, братан. Чик-чик-чик-чик-чик. Ага, вот этот, вот этот, вот этот. Сколько патронов? Маловато что-то патронов, надо будет приобрести. Еще, конечно, такой дядька стреляет экспресс патронами по ботам. Ну, посоветую только игру. Посоветую игру. Какая вообще самая любимая игра? Dark Pictures. Я как понял, твоя любимая игра. Судя по тому, как ты часто ее советуешь. Без. Ну можешь попробовать, конечно. В эту игру залетит лохма, и там будет много онлайна. Лохма, кто это такая? Who is this? Понял, что это жанр игр, тебе не нравится. Ну блин, неплохой, но я люблю шутеры больше. Ну как бы, если всем нравится, то я буду играть, конечно, то, что вам нравится. Я бы в Cry of Fear бы вообще не играл бы, если бы мне не говорили: поиграй, 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 поиграй. Мне ужастики, в принципе, тоже не очень, как бы. И Outlast бы я бы никогда в жизни не играл бы. Говорили тоже: поиграй, 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 поиграй. Я думаю, ну блин. Не хочу, не буду. И пришлось пройти первого класса. Такая очковая кобра, этот Outlast. Только первый. Такая гнетущая там обстановка, просто жесть. Стоп, ванилы полезны для здоровья, поняли? Увидите ванилу, сразу хавайте. Цветок такой ванила. В этой игре можно лошадь спаривать? Нет, к сожалению, нельзя. Ты что, хотел бы посмотреть на конский джага-джага? Кстати, вообще не видел, чтобы тут животные спаривались. О, хрена. Вроде бы все так реалистично, кроме этого. Не знаю, что наличие есть ключ на РДР или я. Не знаю, может там администраторы какие-то и спросить можно. Спасибо за подписку, кстати. От души! Days Gone.
Не, я его не прошел. Я там вообще поиграл сколько? 2 стрима у меня было. Вообще чуть-чуть. Мы даже с Бухарем никуда не уехали. Даже Бухарю там руку не отрезали еще. Вообще, только вот-вот-вот. Только встретились с этим О'Брайеном. Лучше проходите, 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 проходите. Еще раз проходите, проходите. Это такое место, что может быть какой-то предмет коллекционный. Но тут нихуя нет. Проходить будете? Будем. Я думаю, с понедельника начнем. Сегодня еще такой разгрузочный денечек. Спасибо за лайкос, я не видел, что вы столько накидали. Спасибо большое. Разгрузочный денек сейчас. Так, решил. Короче, вот это катаюсь, больше просто с вами поговорить, чем поиграть. Хотелось бы какую-то устроить нормальную перестрелку с нормальными пацанами. Знаете, как вот тот фильм? Не помню, как он назывался, про двух братьев. Я пришел на нормальную перестрелку. Хотел пострелять с нормальными пацанами. Тут он, походу, по звуку слышу. Так оно и есть. Что мне по уровню скажете вообще? Про... А бонусы, здравствуйте. На минуточку. Что-то новенького вы мне подкинули? Скидка, предмет для натуралиста. Мне не нужны ваши натуралисты. Бесплатно 25 банкнот капитали. Бесплатное изменение внешности. У меня с внешностью все в порядке. Я бы только губку, наверное, взял бы верхнюю побольше и все. Хочется какую-то суету попасть, а суеты нету нигде. Поехали. Шкуру крокодила сдадим, которая уже везде повалялась. И дырявая с дробовика еще причем. Все, купила аккаунт в Симе, то я могу получить бан, если аккаунт с щитами. Не знаю даже. Просто надо узнать, на этом аккаунте вообще играли или нет. Может, это получается были скидки, типа понакупил куча аккаунта. Ну, куча игр понакупал с этого аккаунта. Блять, не могу сформулировать слово. Купил игру, получается, на аккаунт, чтобы ее потом продать в дальнейшем дороже. И все, даже ее не запускавши. Я думаю, скорее всего, так и есть. Я не видел такого, что просто купили, поиграли, потом такие, да, не, продам аккаунт. Вообще, как-то можно продавать игры со Стима? Свои, которые я наигрался. Сколько стоит игра? Понятия не имею. Я ее давно покупал. Сейчас она по скидке там. Не знаю, думаю, долларов 5 она стоит. Плюс-минус. Why the mask?
Какой у тебя любимый спиртой напиток? Ром мне нравится. Чё он не продается? Алло, у тебя что, денег нет купить или как? Ром с колой. Ну, отдельно ром и отдельно кола. Смешиваешь, получается ром с колой. Ром-кола. Не понял юмора. Вы у меня забрали мои ништяки. А не, вот, Атрей тут стоит. Подойди ближе. Вообще, как бы, люблю я больше этот. Крепкий алкоголь. Пиво я не люблю. Пиво надо выпить, я не знаю, сколько это, 200 литров. Беспонтовая вообще фигня. Нашел? Да, ну думаю, да. А у тебя рай какой любимый? Пиво? Пивчик? Любишь пивчик? Любишь это пивчик вообще? На данный момент я вообще бросаю это все. Надо чуть оздоровиться. Ой, и попить хотя бы полгодика. А там в дальнейшем, может, вообще и не буду. Ну, уже сколько раз так бросал. Эксперт патрон, револьвер, карабин, эксперт патрон, пистоль. Тьфу. Давай за каждую подписку или лайк ты будешь выпивать по одному стакану рома. Слушай, ты сейчас аккаунтов 50 создашь, и я тут в слюни превращусь. Это опасно очень. А по стакану это сколько? По 100 грамм выпивать, типа? Затея, конечно, интересно. Ну сколько это? По 100 грамм, это 10 подписчиков, это я выпью сколько? Литр? Да. Я умру. Это опасно очень. Закрой двери, дует сквознячило. Я уже как бабка старая, мне сквозняки дуют. Еще шапку одену, еще и укутаюсь махровым платком. Что дальше делать? А тут Дойл поехали теребить. Да, окей. Че мне пахнет листьями нори? Думаю, что мне так суши пахнут? Аж жрать захотелось суши. Слышал, можно продавать в стиме. Если бы узнать, как продавать, я продал бы какие-то игры. Вот за Калиста протокол бы точно продал бы. Капец, я так ждал эту игру, за Калиста протокол. Просто жесть. Я уже трусился, думаю, когда она выйдет, когда она выйдет. Ну, Dead Space, думаю, да ты шо, от разработчиков Dead Space не может быть просто шляпа какая-то. В итоге вышло, блядь. Во-первых, богованная. Что Юля делает? А нахрена ты рис варила, кстати? А, да рис варила и блинчики жарила. Спасибо за лайки. Спасибо. Tipped her off about a big stash of money and ammunition at Cornwall's freight yard in Saint-Denis. Шпилинг. Asked if I can send some good bounty hunters their way. 505 под пышика. Спасибо, кто принял участие в этом челлендже сегодняшнем. Looks like she only sent one. Okay, we gotta move fast here. Come on. Now the bait's already been set. Edda Doyle and her girls could be here any minute. Mr. Cornwall. You don't want his name anywhere near this for reasons I'm sure you can understand.
Just wants it dealt with quick and quiet. Сколько времени? Час 36. Я думаю, что часик и, наверное, в Гатлан пойдет. Then, when the moment's right, ambush Miss Doyle and escort her into custody. They want her alive. You get paid, we get rid of her, everyone's happy. Now don't worry about her crimes. Так что ты скажешь по поводу твоего любимого алкоголя? Notorious for dressing alike. So you bide your time, you figure out which one's Doyle. You'll know for sure when you see her face. Got a big old scar down her right cheek. We're just gonna hang around and stand guard. Right cheek. Some semblance of security and just pray the crazy bitch don't bust in and shoot us straight in the face. All right now. It's time. Find a place to hide. Не, она на кухне. Получается, у меня там кухня, там вот так вот дальше идет коридор. Налево там еще одна комната, и справа коридор. Ну и параллельно там коридору как бы идет туалет и ванна. Расположение квартиры прикольное. Расположение комнат, точнее. Мне нравится, я в такой... Как бы не жили мы до этого. Мы вообще мало семейки жили до этого с Юлей. Но нам уже там мало места было, и мы решили переехать. В двушечку, потому что в малосемейке потом пэкап точно не влез, а я хотел начинать стримить. И пришлось переезжать. Да и вообще там тесно было, капец. Мы уже столько всего накупили, что просто на голову только ставить осталось. Так, мне эту паскуду надо будет сдать в... 50 минут, я как понимаю. Вы что делаете, Юля? Ну это, блин, невозможно. Камерка-то тут стоит, наш комп подключена, как я ее возьму, она ж не на блютузе. Принеси. Нести с кухни все сюда. Или там варит компоты и готовит кушать на завтра. Уже все? Ну тогда иди в чат, модер. У меня же как-то был какой-то стрим, то что я с телефоном бегал тут по квартире, показывал, что у нас есть тут и обувь, и что хочешь. Кстати, кроссовки новые купил себе. Крутые. Зимние. Ты что, вообще теперь тепло, ходишь, кайфуешь. Оригинальные, кстати. Первый раз в жизни купил себе оригинальную обувь. Прекрасные. Еще разносить надо. Есть у кого-то оригинальные? Ну что ты там это? Это дойка. 2 минуты только прошло. Интересно, было бы кому-то интересно, кукинг стрим. Я бы что-то приготовил бы. Ну, согласен, давайте два раза в неделю. Два раза в неделю кукинг стрим? Да, вот, типа... нет, это слишком много. Ну, если бы это под 1000 лайков где-то аж набирало, 1000 лайков и там по... где-то по 10, по 20 подписчиков приходило бы за один такой стрим.
Опа, задержание. Так, выстраиваемся дружно в ряд. Сейчас я вас буду расстреливать, курочек моих. Под затыльника дал, они встали, дальше пошли. Здорово. Ты обновил картинку. Я же не узнал. Как сам? А, потихонечку. Все хорошо. На работе отработал. Пришел домой. Стримить. Я это на фото. А вот потом посмотреть как-то поближе. Увеличенная. Вообще интересно, как вы все выглядите. Откуда у меня кровь на плечи взялась? Я тебе лайк, спасибо большое. Они вообще молодцы. Пацаны вообще ребята, в натуре классно. Четко. Что ты быкуешь, коняка? Уже 505, да? Сегодня плюс 2 подписчика. Воскресенье самый лучший день для стримов, если честно. Всегда большая активность. Много людей заходят. Это же 10 января на работу. Ну, это уже завтра, получается, да? Нет, тебе во вторник. Повезло. У меня это неделя, получается, суббота-воскресенье выходит. Ну, ничего, на следующей неделе я выходной. Суббота-воскресенье. А ты нет. Ну, ты ж не на целый день работать. Нихуя себе. Чё так много? Печально. На тебя отрей по твоей башке, тупой. По ушам сейчас веревкой хлобысь. От меня привет, Юля. Юля, тебе привет. От трех лиц, блядь. От Ивана Ивановича. Не знаю, сейчас придет, Юля. Давай это, думаю, убегай. Хочу тебя подсечь, как рыбку.
как на бошку ее закинуть и душить кобылу вот эту. Капец, это какой уже раз дождь идет? Третий или четвертый? В натуре уже задорчил этот дождь. Сезон дождей. Рис можно собирать. Грибы. Смотри, еще 2 минутки подожду ее. Жара тут не жара, тут холодно. У тебя где друг? С которым мы играем? Ну да что же, подписчик? Витек. Не знаю, не зашел еще. Может, стрима не видел, может, занят чем-то. Без понятия. Может, отмечает что-то. То, что он жив. Я живый. Я проснулся, и слава богу уже. Можно по писюну коню. Давай по яйцам ему дадим веревкой. Юля, привет! Тёмыч пишет. Сейчас она заходит, заходит. С Рождеством тебя. Так оно вчера было. Юля больше рада видеть, чем меня. Ну что это, Клавка? Когда вела стрим, спрашивали, где Артур. Да, было такое дело. Все хотели меня видеть тогда. Странно, да? На моем канале хотели видеть меня. А когда я стримлю, все хотят Юлю видеть. Так, еще минуточка. Еще минуточка, и отправляем эту дойку. Тюрьму. Ты сам долбишь к своей кнопочке. Хорошо, что если не купил механическую клавиатуру. А у меня, наверное, механическая. Только она тихая какая-то. Только бандонет, чтобы меня покошмарить историями. Кошмарная история. Как вот тут называлась передача какая-то? Там, где рассказывали вот эти всякие истории. Ночные. Ой, по каналу не публиком. Ой. Все, повезли ее сдавать как в бутылке. Rehabilitation might be beyond them, but we may hope. А, чебысты Темрю. Точно. Right there for you. Тебе что, холод? Холод собачий. Капец, пойди блинчики пожарь. Слушай, ты одела, блин, штаны какие-то ватные, тебе тепло. Я сижу в шортах и футболке. У тебя очень хорошая Юля. Я знаю. Видишь, Юля, тебе все говорят, что ты хорошая. Пусть только скажешь, я говорю, что ты плохая. Юля, привет, привет. Юля вообще молодец. Ну, спасибо за лайкосики. Лайкосики подбросили. Как приятно, как приятно и неожиданно. Так, итого у нас. Мне еще 3 соточки баксов надо. Где мне их нарешать?
Я один раз на автобусе 1200 километров проехала. Или куда ехала? В Польшу. И Ваня. И Ваня. Рая, ты мне так и не ответила, какой у тебя любимый алкоголь, или ты не пьешь, чисто меня так решила спросить об этом. Саша Белова, я подписался. Да ты шо, спасибо, Саша, спасибо. Всем, кто сегодня подписывается, вообще сегодня красавчики. Не знаю, как-то оно так нестабильно. То стримишь, никто вообще не подписывается, только отписывается. Потом как-то такой заходишь на какой-то день, такой, бах, 5 подписчиков. Ты такой, ничего себе. Аж глаза на лоб лизуть, вот это знаешь. Мне нравится, как оно горит. У людей аж глаза на лоб лизуть. Вот это у меня аж глаза на лоб лизуть. Когда я вижу, когда столько людей подписываются за один стрим. Вообще просто шок. Джин. Джина, желаете выпить, мадемуазель? Разбила просто в труху бутылку. Роман Комаринский. Я тоже подписался. Да вы что, угораете? В натуре все подписываетесь. Не может такого быть. Какую видеокарту брать для i5? Бери 3070. У меня что-то уже такие мысли появляются в голове, а может поменять себе корпус. Спасибо всем за подписку, спасибо большое. Может поменять себе корпус, видеокарту, такой оперативочки добавить. Короче, проапгрейдить комп. Забери мой корпус. А, ну это все доставать, геймер, да я поднес бы вот это в техномарт. Техномарт бы отнес, там бы мне сразу все проапгрейдили и корпус какой-то запилили еще круче, чем у тебя. Ну, а по сути-то нахрен он нужен, тот корпус. И всякие вот эти финди-плюшки. Почему 3070, а не 3090? Ну, если у тебя есть 3090 бабки, то можешь. Ну, там же какие-то писали подписчики, то что тоже подписался. Да. Пар, спасибо большое. Смотри, у тебя нормальный комп, у меня 2080 стоит, пока не жалуюсь. Ну, видишь, 2080 стоит у человека и не жалуется. 3090, я ж не знаю, на i5 он пойдет или не. Я думаю, нет. 3070 точно пойдет. 3060 сколько сейчас стоит? Кто знает. 3060 15 тысяч гривен. Вообще просто. Я тоже подписал. Ну ты, ну, понятно. Ты то понятно. Так что будем делать? Я хочу перестрелку какую-то. Можно мне, пожалуйста, перестрелку организовать? А, стой, подожди, какая перестрелка? Мне на карту сокровищ пойти еще. Отыскать. Карта сокровища. Что куча людей подписывает? Монтанов. Фу-фу. Я думаю, это один человек, у которого дохера этих аккаунтов подписывается просто. Ну не может так сразу зайти и столько подписаться. Спасибо за подписку. Тринадцать лайкосов, вы что, с ума хотите, чтобы я сошел? А представь, я еще сказала, каждого подписчика выпивать на стаканчик. Мне бы уже псиний тут валялся. Уже 14. Спасибо, 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 спасибо. Тут похож на бородача. То, что борода или за то, что заплывший? Давайте 30 лайки. 30 лайкосов. И что? Подписался. Спасибо за подписки. 15. Я сегодня точно за узду съеду. И все вместе. И снова седая ночь. На последних. Раз и все вместе сразу вот этот куплет вспоминается.
похоже, как лет 40. Трисвак, и ты выпьешь бутылку рома. Блять. За 30. Тебе вот как вот этот конь Атрей, и вот эта баба упал. Замертво. Давид, уже 310. Ебать. Спасибо за подписку. Это, блин, кто с одного аккаунта подписывается. Ну как с одного? С разных аккаунтов, но один человек. Не может же такого быть. 510. Я, конечно, благодарен очень сильно. Но это мертвые ж души будут просто. Заброшен Марат. Рай, ты хочешь, чтобы я в слюне напился? Чего ты так меня не любишь? Из-за того, что я заплыл. Так у меня глаза еще меньше станут. На стриме прям выпьешь бутылку. Я ж умру. Что хотите смерти моей? Это вы добрые люди. Ну, не знаю, как все, но от Рая это точно хочешь, чтобы я нахерячился, как скотина. Что, ни разу не заходила на алкострим у меня или что? У тебя больше шансов в реке зайти. Так из-за лайков заходят в реке. Я еще такой валенок, что до сих пор даже не знаю. Капец, 0.67, ну что это такое? Ну 67 это оператор какой-то, а не золото мне столько должны давать. Ну да. Да. Круто. А это думаю. 30 лайкосов и чё. Да если я начну бухать, то большинство людей посмотрят синяк какой-то, нахер нам надо. Не захотят как бы подписываться. Да не пей. Да ну я не планировал пить вообще. Вторая хочешь, чтобы я нажерся. Кнур рыбяет. Дикий кабан. Кнур. Я хочу стрелкотню какую-то. Уже 511. Ну, спасибо большое, конечно. Фух, я думал, уже у меня ошибка. Ну, на работе, я имею в виду. Что, типа, не тот товар положил. Меня пронесло. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо. 600 добьем, нихера себе. Да сколько еще аккаунтов создать надо. Так, я буду дальше тулить. Тулить я буду куда? На стрелкотню какую-то хочу тулить. Вот сюда вот. А вообще было по-хорошему вступить в какой-то отряд и там какую-то суету наводить или задание проходить. Давай посмотрим, что по отрядам вообще. Все закрыты. Заблокированы. Муравей отряд. Все создавать аккаунты Артуру надо 600. Сабов сегодня. Да, еще эти. Лайки все ставьте. Ну, блин, ну это нечестно аж. Потому что человек с одного аккаунта нам подписался 300 тысяч раз. Ну не с одного аккаунта, а с разных. Я думаю, там не поможет коробка. То, что было. Просто василек. А, коня мне надо кормить. Да еще пару. Ты вообще хороший стример. Спасибо. Сейчас до слез меня растрогаете прям. Нет, нет. Фу, я думал, он сейчас разъебашится. Разобьет конское лицо. Хайпанем немножечко. Йоп, тудей. Продолжаем хайп. На нового Атрея
чтобы не срал как скотина. Да он срет не как скотина, как тварь. А Трей такая скотина, тварь, паскуда. Все уверенно обострется, пока я тут стою. Не срет. Не срет. Я его просто сеном кормлю, он походу от морковки срал. Заметил, что никто не пишет, все пошли апки создавать. И только тебе подписаны 504. Я тут. На, спеши донать. Так, блин, просто донатная система не работает. Вот это вот. Огорчение. Мне интересно, если я включу VPN, мне будут донаты приходить или это пиздёж? Ваш шкур работает. У него донат алерт. Почему не работает? Потому что они русские, типа донатные системы. Россия с Украины. Украина не может скинуть донаты. Блин, поисками заниматься этого бича. Ну а как он их выводит, мне интересно, эти деньги? Слушай, такая что-то тусовочка опасная. Я лучше пистолеты сразу достану. А смысла нет доставать пистолеты сразу. Стой, стой, стой. Куда пошел? Почему нету? Или за тобой? Он тут вот 100% вот тут коням дрочит. Не, не дрочит. Навалил кучу и сбежал. Сто процентов они зашли на все 100. Опа, там какое-то задание. Someone's up to no good. Braithwaite's in cahoots with that gang, the Lemoyne Raiders. I can't believe it myself. Нет. Большая ошибка. Что-то отсюда, типа, он не показывает, вот сюда тулить. Донат PayPal. Не работает. Я уже пробовал. Ну, точнее, он может и работает, но не работает то, что вылазит уведомление. Я не знаю, как сделать. И на YouTube я тоже не нашел ответ на этот вопрос. Две подписчики накручены. 500 на стриме по 10 человек. Я тебе могу скинуть канал, там, где 30 тысяч подписчиков. А смотрит 14 человек. Нет, ты не накрученные. Я не накручивал. Единственное, что себя как-то накручивал, это этих не просмотры, как людей, короче, активно. Все заходят и спрашивают у тебя, что накрученный.
Говорю, на, накрученные. Смотри, тоже есть стример, у которого почти 300 тысяч подписчиков, и смотрят его с чем-то. Тоже накрутка. Я почему нет ВК? Я ВК давно уже нет у меня. Еще как с 14 года где-то, наверное. У меня был там аккаунт как-то давным-давно. Потом я что-то или пароль забыл, или что-то там произошло, случилось, и как бы я на него забил. Что VPN постоянно надо включать, мне это напрягает. Раш, он правильно сказал, что я похож на ленивца. Я такой и есть по жизни. Ленивый ублюдок. Переименуем им канал на Залипший Артур. Или нафиг. What are you trying to hide from? How dumb are you? Залипший Артур. С залипшими глазами. Так, я сейчас приду. I reckon they're watering the liquor down again to save on saloon cost. Ain't like it's the first time. Damn it all to hell! Oh, tough folks don't usually hide their faces. Любишь овсяное печенье? Раньше любил, сейчас что-то... Ну, я сладкое, в принципе, уж перелюбил. Раньше жрал как подорванный сладкое, а сейчас как-то оно отлягло у меня. У Тоби... Деда Мороза того съел шоколадного, и потом херово мне было. Не знаю. Ну, периодами. Могу есть, могу не есть. Про другие игры будешь играть потом. Ну, там голосование есть, кстати, можешь проголосовать за какую-то игру. Охотник за головами, навык. 8 уровень. Ай-яй-яй-яй. Успел. Так, если я открыл эту херню, надо посмотреть, почитать обязательно. О, это крутилка. Пистолетная крутилка. А чё одна только? Я ж открыл еще одну. Так вот куда делся Дед Мороз. Это оказывается Артур съел его. Да, шоколадного ублюдка сожрал. Мышь прогорел. Вторая что-то игнорит мои вопросы. Я задал уже вопрос 5 раз, она игнорит. Все, работает теперь. Что с двумя пистолетами работает? Нет, с одним.
хочешь нам отправить овсяных печенюшек? Я буду счастлив. Ну ты понятно, что будешь счастлива. Я бы тоже, конечно, попробовал бы. Как это? Как это не попробовать домашние печенюшки? Наверное, же разные формочки у тебя имеются. Я у тебя спрашивал, какой у тебя любимый алкогольный напиток. А? Она уже сказала тебе. Да? У меня нет алкоголя любимого. А, я, значит, что-то провтыкал. Много людей писало. Юля подсказала. Извиняюсь тогда. Забираю свои слова обратно. Ты любишь виски? Я не люблю чистый пить алкоголь. А так, в принципе, все нормально. И виски, и ром, и коньяк. Вот, а вот так чисто ганом херячить, я не могу, у меня сразу обратно оно все лезет. Я как-то так водки напился, после этого у меня отбило желание вот так пить чисто ганом. Вообще пить это нехорошо, нахер оно надо. Если есть возможность не пить, лучше не пить. Если кореша говорят, давай выпьем за компанию, то пошел ты, пес. Если вы за компанию на бутылку сядешь, он тоже садится. Нахрен он надо. Вообще люблю коньяк. Я тоже, в принципе, раньше коньячком баловался. Попивал его. Минусовая температура на улице, ты шо, это молодость. Мы на лавочке тусуемся, там толпой сидим, пьем коньячок. Ну как сидим, тогда сильно не насидися. Стояли все, там зима, холод дикий, а мы херячим. Помню, Рева столько напился, что тупо уснуть всю ночь не мог. А потом на следующий день еще в училище поехал. Или как взяли пак вина, на скольких... На двоих вроде бы взяли пак вина, там сколько, литр? Вроде бы литр. И кореш такой говорит, домой, короче, не пойдем, пока не выпьем. Я такой, пиздец. Я как начал жрать то вино, хотел домой так сильно. Потом на следующий день в училище приехал, такой перегар дикий у меня был, просто. Можно было коня убить им. Этим перегаром. Еще и вино такое, не из дорогих было. Грузинское, типа. Там столько же Грузии, наверное, было, как и самого вина настоящего. Херня, не пропагандируй алкоголь. Алкоголь это плохо. Так легко бросить пить, просто вспоминать, что после алкоголя. Как тебе плохо, и все. Так пить вообще не захочется. Какое пиво любишь? Вообще корону. Ну пиво я не люблю тоже. Сейчас бы кепка про... А? Красную игру, я думаю, все любят. Где же бы я готовил? Кстати, такие видео продаю за кепки тоже. С баночками пивасика. Не задание вообще в одну сторону, я поехал в другую сторону, потому что тут... Суета какая-то происходит. Сейчас мы не будем давать пизды. Люблю пиво черное, нефильтрованное. Woman, fight will be your last.
FPS. Я не хотел стрелять, но пришлось. Я застрял. Пусть отстреливают, я пока полутаю их. Мне что главное лут, а не стрелкотня. А где все трупы делись в натуре, алло? Эй, уж. Нормально под водой бегается. Пиво красное, с Красного моря. Красную икру любят кто-то? Или есть такие люди, которые не любят? Я буду удивлен, если есть такие люди. Э? Ну ты понятно, я тоже люблю. Я хочу черную икру. Потому что последний раз ел черную икру, наверное, лет 6. Больше я не ел черную икру. Сколько она сейчас стоит? Каких ебанутых денег, наверное. Черная, говорят, говно. Нормальная, на любителя. Я просто не ела. Девятнадцать лайкосов, спасибо всем, кто принимает в этом часе. Бутер, что это за игра такая? Бутер сокрыт. 100 грамм 3200, пошла на очко та игра. Это как оперативка на 16 гигабайт, нахер она надо. Короче, мне походу еще повезло в детстве пожрать ее. Не каждый может похвастаться этим. Я не помню, у меня бабушка где-то ее решала постоянно. Но она очень полезна для иммунитета вообще, максимальная полезность. В Red Dead Redemption вот так хаваешь, и у тебя сразу хилится здоровье. Красную игру за 200? Ну, это нормальная цена, в принципе, смотря какая баночка. Вообще, в принципе, толковая, адекватная цена. Стой, там где-то наш клиент. Надо же его не убить. Вот это он как раз. Грамм 1200, ни хрена себе, дорого я поел. Ты не пользуешься канал? То Юля, у нее есть канал. Загадочные истории. Там мне столько историй не найдется. У меня очень скучная жизнь. Мне, наверное, истории тупо за один стрим могу все рассказать. Он знакомый есть товарищ. У него много историй. Трындеть, не перетрындеть. Я такой скучный. 21 лайк. Да-да, мощные вы ребята сегодня вообще. Это воскресенье.
Я же говорю, люблю воскресенье. Так надо маячить, чтобы это тело не слилось никуда. Лучше вечером выпить ром. Не надо, Рая, меня провоцировать. Там мне, в принципе, и нет такого. Ой, как хочу бухнуть. Как хочу бухнуть. Такого у меня нет. На утро искать содержимое бутылки. Где? На ковре? На ковре можно содержимое бутылки искать. Если слишком много выпить. Не знаю, не напиваюсь за таких состояний, чтобы рыгать. Она просто не рыгается. Хотя я уже мне такая габела, а я не рыгаю все равно. На утро искать рыгаки. Главное в них не проснуться просто. Или как мой один кореш проснулся вообще в женских трусах. И с рыгаками за кроватью. Это вообще, я даже не знаю, что он делал. Тринга, да-да-да, именно в них. Было в прямом эфире рассказывать исчезновение рома. Ты что, знаешь, сколько у меня таких историй про исчезновение алкоголя? В прямом эфире, причем еще. Продюсером. Не, просто надо вот так одеть рубашечку, вот так поставить тут стол накрыть и типа кто бухает в одиночестве, составлять им компанию. Общаться с ними, там рассказывать всякие истории, там все на камерку цок-цок, вот это все дела. Такие тосты там же желать, рассказывать там блага тебе, успехов, счастья, здоровья, богатства. Вот этого всего. Такой рубрики, я думаю, нет. Назвать канал «Составлю компанию для бухла». Ну это то, что сейчас ты говоришь, у меня какое-то уставшее лицо. Это вообще ничто по сравнению с тем, что будет, если там на канале 1000 подписчиков и все пишут. Это вообще у меня... Я умру, наверное, через год. После такого канала. Если дотяну. Потом на следующий день после пьянки так запускаем стрим похмелья, называется. Потом, брат, я понимаю, как тебе плохо. Я выпью с тобой. Я разделю с тобой этот труд, эту чашу труда. Не труд, а это. Похмелье, короче. Ношу, точно, спасибо за исправление. Чаша, какая чаша, Вася, блядь? Чаша только в тебя выльется. Трей, ты не срёшь? Goddamn whore! Артур, ты любишь водку? Извини, я не увидел. Не, не люблю. Водка это вообще, это уже крайний случай, когда вообще ничего нету, ну а бухнуть хочется, тогда вот такая водка пьется. Либо если ее там набодяжит с каким-то там, не знаю, как Швепсом там, не знаю, спрайтом каким-то там, мохито сделать, что-то вот тогда можно еще. Но все равно такой перегар от нее страшный. А чем ты похмелья записываешь? Или это памперсы? Че, похмелье записываешь? Вот пиздец, на место не отбило. Подушечку надо ложить. Рыгаешь, шо? Oh,
трюкотня какая-то там. Дед Борода, ты испугался, побежал куда-то. Мне уже дверь открыли. Заходите, говорят. А я не хочу, я тут потусуюсь еще. Покручусь вот так вот, чтобы он обрыгался на спину мне. Откуда не стрелял на нем подгузник, Артур хотел бы жить в таком время, как в игре. Я думаю, я умер очень быстро. От какого-то самогона, во-первых, ослеп, и потом бы меня лошадь сбила, и все. И вот эта вся смерть бы моя была очень быстро. Или бы заболел бы какой-то, не знаю, туберкулезом, какой-то херней. Или бы застрелили меня за гнилой базар какой-то. Не знаю, ну вообще прикольно. Я даже бы списал, какой тут свежий воздух, свежайший. Я бы сразу в горы куда-то пошел бы, как надышался бы там воздуха. Мне кажется, в этой время тут тяжело было дожить до 30 лет вообще. Лошадь насмерть засрала. Пьяный валялся, и лошадь тупо навалила на меня, и я бы задохнулся. Когда будет GTA? Сколько уже? О, уже почти 2 часа. Слушай, там у них какая-то туса джуса. Я ж не могу пропустить эту пьянку. Что у вас тут за рамс? Я тоже буду бухать. Гляньте, какая тёлочка. Ни хрена себе, а где ты такой золотой корсет взяла? И стволы у нее крутые, золотые. Налейте мне, пожалуйста. Сесть, куда? Это что там происходит? А миндаль. Не хочу я здесь есть. Напитки мне налейте, пожалуйста. Что у них тут за туса джуса? Что они тут делают? Этот уже напился, глянь, вообще. Ему габелла. Рожи уже такие красные. Ты решил нас тут всех спалить, нахрен. Тут два отряда. Пианино горит, это типу похер, он играет. Глянь, горит. Сейчас тип загорится. Я отойду чуть-чуть, потому что сейчас сам загорюсь. Раньше меньше болели. Ну да, ну и неизлечимые болезни, в принципе, раньше были. От простуды можно было умереть. Ни антибиотиков уже ни хрена не было такого рода. Горелый какой-то ты, дядя. Хибухарь. Вот тут это, наверное, Артур бы был в то время. Так бы сам закончил бы. Да, аж глаза закатились. Это что за фермер? Призрачный пианист. Ну, похер, рояль сгорела его, а он дальше шпилит. Вот его кусок башки кто-то оторвал. Где на натуре такой прикидон? Глянь, какие-то золотая фигнюшечка на волосах. Это, или это цветочки? Цветочки. И маску, где она такую надыбала. О, такого коня я себе хочу.
общем, ясно, понятно. Тут все с вами, ребята, господа. Ебать, а что с пистолетами случилось? А? Че они такие уставшие? От жизни. Давай, начищай. Все, порядок. Опять патроны надо идти покупать. Ты же хочешь меня покатать на коняке? А трей еще надо почистить, погладить, чистить. Ты засратый. Погладим тебя. Конь. Педальный. Что происходит? Что все лошади пенятся? Выносит пьяных. Они их все на кучу скидывают. Называется, когда уже людям делать нечего, вот это начинают херней страдать. Вообще скучно. Это лох. Боеприпасы. Конечно, они там исполнили нормально. Good, good. Anything else? Что, в ГТАшку пойдем? Для ГТАшки надо будет еще превьюшку сделать. Давайте еще задание выполним. Охотника за головами, потому что мне нужно этот... Деньги мне нужны. Купить себе сумку для патронов. Ух, ёпта, что-то взрывают. Без 20 лайков нахерачили. Вот это давно такого не было. Фабрика звезд. Где бандит? Самый главный. Главарь банды. О, приближается.
Бляха, он куда-то сваливает, я даже не знаю куда. В туннель он поехал или не в туннель? Где Атре этот сучий конь? Шо, падла. Ну что ты, блин, не торопишься никуда? Дать по 5 по морде конской. Вон он. Понял, что со мной шутки плохи. Начал на тапок давать. Надо будет 750 метров еще протянуть кого-то. Хлобысь. Где у нас желающие прокатиться на спине? И вот он, желающий. Поехали. О, найди на все 14 карт. А, найдите, ёпта дэй. Вон найдено уже. Раскатал губу. Где твои кореша еще? Мне надо... Ну ладно, давай вот этого возьмем. Так, ночь быстро наступила. Следующий. Все выполнено. Хорошо. Что там по золотишку не хватает, совсем чуть-чуть, и уровень 39. После 30 уровень растет вообще очень быстро, мне кажется. Не успеваю даже замечать, как он вырастает. Поехали куда-то. Задание, наверное. Догадываюсь, даже у кого они только что угнали ее. Так,
18:44. Сейчас будем заканчивать. Иди в GTA-шечку онлайна. Там много желающих поиграть со мной. Я не знаю, почему я постоянно дрочусь вот так вот перед участком с преступником. Это чтобы получить максимальную награду. Чем дольше времени ты чилишь вот так вот, тем больше денег получишь. Денег и золота. Лучше вообще на последних так секундах заносить. Мне бы уже хребет сломался, столько держать это тело. Опять завалил с дробовика, красавчик. Такие морды бьют, там стреляют. Бандиты, хулиганы. Что ты хочешь, отец? Ну, круто сделали, что защитный режим, пока ты выполняешь это задание. Потому что раньше такого не было. Я вот так мог приехать с каким-то преступником и... меня захерячивали. Почему я хочу сейчас по максимуму заработать денег? Потому что завтра, возможно, уже этой акции не будет на сумку с патронами. Она будет стоить 2000. Мне этот вариант вообще не подходит. И не котируется. Сука. Я сейчас только выйду, начнется суета. Сто с чем-то, пожалуйста. Сука, 22. Сейчас меня будут задрачивать. Они там друг друга прикалываются. Не надо со мной шутить. Hello. Greetings. Good to see you. О, Витёк заходит как раз в Red Dead Redemption.
Я собираюсь в ГТАшку идти. Блин, какая вероятность того, что завтра еще будет скидка эта ссаная? Ладно, надо еще одного попробовать поймать. Я не хочу просто залошиться. Залошиться можно очень элементарно. Хавать уже хочется. Это она мне показывает. Была такая тусовка, все порасходились. Сейчас у вас трюка нет, точно сумма нужна. Вроде бы же должно где-то тут оно быть. Скупщик этот, который нам расскажет по ценам. Бы тут карта закроешь была, это вообще будет сказка. С кем они там стреляются, если пойду забирать деньги, просто чтоб поломался. Че он неактивный? Нельзя в него стрелять. Mortal Kombat 11 купить за 1000. Не знаю, если ты будешь играть, то купи. Или ты мне предлагаешь?
Я его проходил, в принципе, мне он как бы уже не интересует. Вообще хорошая игра. Я начинал какой-то стрим, но там вообще ноль человек было. За все время стрима. Что за звук был? Oh, don't let old man Wagner see you wearing that. Go on, have yourself a quick nosy. Oh, you got something for me? Купить? Сколько ты хочешь за сумку ту саную? Документы. Пистолет. 1365. Мне не хватает тупо 101 бакс. Может, сейчас эту дойл-то выполнить можем. Опять звук этот. Что за херня? Думаю, это дойл уже доступно. Да. Отлично. Сейчас выполняем, тогда заканчиваем и летим онлайн. GTA. У меня еще старая превьюшка. Наверное, я ее и поставлю, чтобы не дрочиться долго. С новой. Edna Doyle used to be known as Madame LaPearl. She runs a gang of other fallen women, sticking up trains and coaches mostly, but seems to have a particular fancy for robbing Leviticus Cornwall of late. So his men have set a honeypot to lure her in, tipped her off about a big stash of money and ammunition at Cornwall's freight yard in Saint Denis. Asked if I can send some good bounty hunters their way. Just be careful. They play smart. Be careful. Looks like she only sent one. Okay, we gotta move fast here. Come on. Now the bait's already been set. Edna Doyle and her girls could be here any minute. Mr. Cornwall, you don't want his name anywhere near this for reasons I'm sure you can understand. Just wants it dealt with quick and quiet. Gonna want to ensconce yourself in here. Быстро и тихо. Wait till they bust in. Шумы пыли. When the moment's right, ambush Miss Doyle. Сейчас все будет. И быстро и тихо. Ну быстро не получится, конечно, но тихо точно. Так, я ее должен сдать в 19:00, наверное. В 19:02 даже. Got a big old scar down her right cheek. We're gonna hang around and stand guard, create some semblance of security, and just pray the crazy bitch don't bust in and shoot us straight in the face. All right, now it's time. Find a place to hide, and we'll wait for the guest of honor. Хера нет, он ничего не ждет. Все, вот тут мы присаживаемся, сейчас я приду.
Бля, я думал, Redemption закрыть чуть сердце. Пятки не ушло. А это аккаунт Redemption. Так что у тебя? Ты купил, Тёмыч? Я сейчас буду идти уже в этот. Это онлин. Ой, съел блинчик, мне аж полегчало. А то сидел уже, подгнивал. Шо? Подгни даже, говорю. Подгнившись? Нет ключа, жду. Кто ждет, тот всегда дождется. Но все равно, хоть вариант появился у тебя Red Dead Redemption приобрести. Согласен, хоть так лучше, чем никак. Идет как на расслабоне. А ну-ка, шапка появится. Появилась. Крепкая барышня. Зачем я сюда? Я сюда пришел. Спасибо большое. Запять тоже нет ключа. Какой смысл тебе от Форзы той? У тебя же есть Форза. Whatever price there is on my head, is that one? I will find you. I find it. Куда это меня ведет? Я что, не в том направлении поехал? And everyone knows. Кто это мне шапку схватил с головы? Ай. Я сейчас постреляю. Раскисла малыха двоя. Мы ее грабанем. Think they're God and get rich off of other folks' sweat and suffering. You want to put money back in his pocket? Because that's what'll happen. I'll be out of here in no time. So best you don't sleep. Come on, это Дойл. Oh, good lord. Тропка не одевается что-то. Алло. Мне вот эти приколы не нравятся. Да ёпс, today. Ну ладно, Юля нас обслужила, тут грех не съесть. Какие смаколы? Тебе? Делай.
19.06. Наверное, надо 19.10. Ты тупо ноги я нюхаю, прикинь. Тут один из подписчиков. Интересно. Так, еще минута. И сдаем ее нахрен. Времена, чтобы они заплатили $101. Можно и больше, даже я не огорчусь. Ну, чтоб не меньше 101. Не буду кормить его. Пусть идет сраку. Pleased to see them breathing. To pay their debt. We pay on receipt of goods, so пожалуйста. 150. Вообще бы сказка. Да, что-то я на 40 минут задержался больше, чем планировал стримить. Red Dead Redemption именно.
Давай, 100 с чем-то. 150. 159, ебать, заебись. Сразу сюда тарахтим. Надеюсь, 4, конечно, не испортит весь стрим. Это онлайн. Очень на это надеюсь. Там уже бог знает, как будет. Oh, come now. Случайно нету карты. The face implies a darkness beneath it. Купить документ. Так, дробовик, винтовка, пистолету, мешок для патронов, пистолету. Купить. Заебись. Сколько теперь патронов? Покажите мне патронов сколько. Показывают 100. Надо прочитать его. Это документ. Да. 200. Да ты шо? Все, миссия выполнена на сегодня, по крайней мере. Могло бы быть такое, чтобы я завтра зашел, а там уже все. Акция закончена. До свидания. Платите 2000. Я ж не похож на миллионера. 2000 платить. Опа. Эффектно заходим. Патроны, давай сюда. Тупо все карманы сейчас забьем. Ага, экспресс патронов соточка все-таки. Ну что, хоть обычных до хера. Теперь осталось на дробовик купить, на винтовку купить, и все будет хорошо. Все, ладно, тут я с вами прощаюсь. Далеко не уходим, сейчас продолжим GTA Online. Кто хочет заходить в GTA Online, заходите. Я вам там расскажу как. Все, всем спасибо, тут всем покедово. Скоро вернемся, наберемся.